День Святого Валентина – это самый романтический праздник, который отмечается 14 февраля в большинстве стран мира. В наши дни праздник больше носит светский характер, нежели религиозный. Этот праздник – еще один повод сделать приятный сюрприз своей второй половине и подарить символический подарок. Можно по-разному относиться к этому празднику, отмечать или игнорировать, но вряд ли кто-нибудь найдется, который не слышал о Дне влюбленных 14 февраля. За 7 столетий он распространился по всему земному шару. В основном отмечают его в католических странах. В исламе празднование Дня Валентина осуждается, а в Саудовской Аравии карается огромным штрафом. В США этот праздник второй по популярности после Рождества. Люди с удовольствием дарят друг другу открытки-валентинки, конфеты, игрушки, цветы или украшения, устраивают романтические встречи и прогулки. Этот праздник – хороший повод признаться в симпатии к кому-то. А праздновать его – это решит каждый сам для себя. Желаю вам любви настоящей. Будьте счастливы!